Боже, вот тот, кто мог бы прочитать книгу судеб. Уильям Шекспир. Кинокомпания Timeless Films представляет фильм Томми Леппола и Теро Молин. В фильме снимались Джуна Пека Микола, Джоанна Коко, Мика Ноусиайнен, Весса Виерико, Сантари Кинонен, Каролина Блэкбурн, Эйла Ройне, Эско Ройне, Дженни Ахола, Тони Халме, Перту Песса, Том Линдхольм и другие. Огонь, вода, ветер, земля и пустота. Пять главных элементов жизни, которые некогда послужили источником вдохновения для написания одной книги, книги судеб. Далеко отсюда существовал легендарный мир, свободный от страданий и несправедливости. Но этого было недостаточно. Люди захотели уподобиться Богу. Они создали перо для контроля над книгой судеб. Более могучее, чем меч, оно могло вычеркивать с памяти деяния и воскрешать мертвых. Но книга дала силу. Сила вызвала страх, а страх принес страдания. Страдания же породили войны. На землю опустилась тьма, предъявляя свои требования к перу и книге. Но книга исчезла. Думали, что она пропала навсегда. Но спустя сотни лет она появилась вновь на маленькой планете под названием Земля. Пророчество гласит, только избранный получит второй шанс благодаря книге. Избраннику суждено вернуть книгу на круги своя, но путь его будет долог и исполнен ошибок и скорбей. Вот его история. Книга судеб. Ты слышал их тяжелые шаги? Да. И я видел их. Это не люди. Крест. Где крест? Где-то здесь. Он золотой, тебе до пояса будет. Я вам больше не нужен, да? Ты священник, ты единственный, кто может читать. Подумай о нашей несчастной сестре. Уже полдень, мы должны идти дальше.
Трансильвания, 1773 год. Varovasti, veli. Осторожнее, брат. Rauhoitu, tyttö. Успокойся, девочка. Ei mitään hätää. Все будет хорошо. Nouse, tyttö. Вставай, милая. Ты не должна оставаться здесь. Сергей! Сергей, Сергей, ты что-нибудь видишь? Виктор, на помощь! Сергей, помоги. Виктор. Виктор. Какая страшная смерть. Мы бросили его. Это место проклято. Я говорил, что не надо было приходить сюда. Наш брат погиб. Давай уйдем, пока не поздно. Спокойно, Виктор. Татьяна превращается в монстра. Ее укусил сам дьявол. Сперва нужно найти крест, но мы не в состоянии, и мы найдем его. Не паникуй. Но спасет ли он нашу сестру, если мы поставим его возле ее ложа? Крест с надписью «Спасет Татьяну». У нас остается мало времени. Скоро зайдет солнце. Даже крест будет бессилен после захода солнца. С тобой все будет в порядке. Не волнуйся. Успокойся. Тебе скоро помогут. Мы займемся этим. Еще не поздно. Братья помогут ей. Они пошли вот за этим. Крест. Его, наверное, нет вовсе. Вероятно, это просто...